немножко сказать. Вот слушай, мужик, это нормальный человек. Он ничего не хочет плохого сделать. Он не педофил, не насильник, не наркоман, не бухает вообще. То есть хороший Нет, человек. Я бухаю пиво. Ну ладно, даже если... Это ваше личное дело. Ну да. Хорошо. По сути, он говорит, чтобы ты остал. Ну, по сути, это твое дело. Твоя жизнь, а он не может взять ее, потому что он тебе, ну, не родитель там, никто другой, чтобы тебе что-то приказывать. То есть просто не слушал мнение, просто и все. Просто пугает и все специально. Ну, допустим, он вызовет и вот приедут. Вы скажете за меня, что ну, я да, ничего не сделал? Спокойно. Ничего плохого вы нам не делали. Ну, да там, тут все, в принципе, могут сказать, что вы ничего не делали, потому что... Даже когда тот чел упал, я вызывал скорую, узнавал дом и махал им рукой. Блин, да. Ну, кстати, очень плохо, что он именно когда я играл упал, такое ощущение, как будто я проклят какой-то. Да ну, да не проклят. У меня просто низкая самооценка и депрессия, тревога. Мне кажется, что это из-за меня все беды в мире. Кеннеди убили из-за меня. Что Гитлер напал на Россию из-за меня. А что из-за тебя сразу? Ты что сделал? Ну я проклятый, я во всем виноват в этом мире. Да не нагоняй, боже. Хорошо. Ну все, сейчас скину ему.